Здравствуйте, всем привет из Новосибирска, с вами Лариса. Сегодня я приехала опять в торговый дом Colorlon. Хочу кое-что посмотреть для дома. Ну, заодно и вам покажу, когда я здесь бываю, я все время снимаю обзор, потому что бываю не сильно часто, но люблю этот магазин. Вот здесь цены разные, есть дешевле, есть подороже, но зато все есть, что нужно для дома. Ну все, пойдемте смотреть. Вот чайники, 322 рубля, вот разные. Вот такой вот, 322 рубля, вот у нас в коробочке упаковано чайнички. А вот эти вот по 299, вот такой чайник, 322 рубля. Вот такие вот блюда, тарелки красивые, смотрите, такие. 180 рублей, 150. Вот эти вот 160. 133, это кружка. Кружки вот такие, как бочонок, 114. 104 рубля вот такие кружечки. Тоже бочоночки. 122 вот такие вот, как пиалы. Вот вся посуда тоже, видите. Вот фламинго. Красивые тарелки. 136 вот глубокая, 133 такая. Распродажа внизу, я смотрю. Что тут у нас? Стаканчик 50 рублей. А это что у нас? 50 рублей вот такой вот. Это распродажа у них. Внизу ставят, то что подешевле продают. Форма прямоугольная вот, уценили на 20%. Процентов было 499, стало 399. Ну-ка, о, какая, смотрите, большая силиконовая форма, вся такая резная, силикон такой толстый, конечно, выпечка, не знаю, как получится, это такой не пекла. И вот есть такая же зеленая, ну, большие прям формы. Вот эти вот 200 рублей. Ну, такие смысла нет. Ну, они такие, конечно, видите, как выпекутся. Рисунок есть, ну, 200 рублей дорого для таких. 270 это вот для большого кекса. Форма для выпечки называется «Лето». Тут бабочки, я смотрю, цветочки. Боже, коробка. Ну, силикон вообще классный, толстый. Вот тоже, видите, это другой стороной уже висит. Вот 177 рублей силиконовые для кексов. Большие такие кексы будут. И такая средняя цена для силикона, в общем-то, неплохо. 177 рублей для такого толстого силикона и такие большие формы. Вроде как ничего. 185 рублей вот такие мишки силиконовые. Вот уценили коняшки, лошадки. Силикон, вот он. Такой вот розовый такой. Было 177, стало 133. Это действительно было 177. Я была когда. Глубокие такие. 155 стал ананасик. А был вот 177. Видите, зачеркнуто. И вообще здесь всегда формы большие, всякие разные есть. А сверху вообще здоровенные формы, смотрите. Огромные прям. 485 рублей. Пирог так пирог будет. Вот эти 177 для кексов. Ну и вот эти бабочки. Ну вот это такие я покупала. Вот эти 144. Вот эти 119 рублей формочки. Всякие разные. Цветочки, звездочки. 119 и здесь 8 штук, по-моему, как я поняла. Вот форма интересная. 577 рублей, правда? Смотрите, какая. Она, как я поняла, антипригарная. Такая большая, глубокая, и вот такая вот она, прям рисованная, оп, цветочком таким.
разъемной формы. 322, было 370. Ну вот тоже 177 рублей. Такой вот большой. 177 вроде ничего цена. 166 рублей вот такой вот. 155 рублей вот такой небольшой. Эмалированная вот посуда полностью, вот целые ряды. Здесь вот кружечки с декором, 134 рубля. Кружки большие вот такие вот, 1,5 литра, 315. Наши, да, российские, не китайские. Вот такие вот есть, 330 рублей. И такие, как кастрюльки, ковшики, 540 рублей с крышечками. В общем, всякие разные вот есть чашечки. Как у нас раньше были, мы кушали раньше из таких. Сейчас всякие разные есть. Подогреть можно супчик разово. Вот лопаточки, две штучки все возьму. Одну дочери, одну себе. 26 рублей. Вот такая маленькая лопаточка, небольшая ручка. И вот такая есть маленькая лопаточка, 28 рублей. Тоже, наверное, возьму на кухню. Вот здесь есть ложки деревянные, 52 рубля. Есть вот такие вот, 52 рубля, с дырочками, тоже ложки. Здесь вот есть вот такой вот овощедержатель оранжевый. Вот видите, можно вилок капусты вот так вот наколоть, вот так держать за ручку и натирать на терке. Не будет она кататься по столу. Капуста круглая. Вот видите, 56 рублей стоит такая штучка. Вот сито есть из нержавейки металлические. Разные совершенно. Вот 255 рублей поменьше. 22 сантиметра. 305 и большой 360 рублей. Друшлаки вот 485 большой, 410 поменьше, 360. А это 230, это сито написано. Здесь вот кому надо, есть силиконовые всякие лопатки в виде ложечек. Как лопатки 99 рублей сейчас они стоят. Вот такие вот лопатки. Потом вот такие вот есть. Прям ложечки силиконовые. Вот такие лопатки есть. Все 99 рублей. Вот такие вот есть большие кисточки. Кстати, вот такую кисточку давай возьмем. На, возьми небольшой палец. Ну, я не знаю. Может, голубой. Ну, здесь два вида есть. Ну, посмотри, какой получишь. В общем, я вот такую кисточку себе возьму на большую. Большая у меня есть, поменьше, она прям такая хорошая. Вот такая вот лопатка для торта есть. Ну, она какая-то узенькая, написано для торта, но какая-то она 77 рублей стоит. И 28 рублей вот такие лопаточки. Выбери хорошую, я возьму. Вот такую я, кстати, себе купила. Взяла 28 рублей маленькую силиконовую. Тут наборчик есть такой 136 рублей. Для, написано для соли, перца, горчицы и салфетница. Все из стекла. Вот смотрите, вот так вот упаковано. Вот салфетница, вот она. И вот они. Вот горчичка. А это вот соль, перец. Вот так вот можно поставить. Ну, хороший наборчик. Стаканчики 39 рублей вот такие вот, с красной смородинкой, с яблочком 33 рубля. И вот эти вот по 33 рубля стаканчики. Вот такие салатники 63 рубля небольшие. Вот эти салатники 175 рублей стеклянные, конечно, дорого. Вот кружки 69 с подсолнухом. Вот тарелки, ну они здесь всегда были с лимоном, вот эти 166 большие, 144 поменьше,
Блюдо большое 155. Вот они кружки сейчас скинули, вот они. 69 рублей висят сверху. А это набор такой из 6 вот таких квадратных салатников. 577 рублей стоит. Вот. Вот они, салатнички квадратненькие. Креманочки я уже такие как-то показывала. 3 штуки 225 рублей. 220 вот такие креманки. Ну, здесь стеклянная посуда. Вот 50 рублей блюдо. Такая тарелка большая, 44, 50. Кстати, прям такая хорошая. Смотрите, какая глубокая. Здоровых салатник 148, 39 рублей. Смотрите, такая вот тарелочка. 31 рубль. Маленькие вот такие вот салатнички. 99 рублей. Смотрите, какая. Из стекла простая. 99 рублей. Такая, как шляпа прям сделана. Даже брать боюсь ее. И 77 рублей. Вот тоже мне нравится. Толстое стекло. Вот такая форма. В общем, много очень. Смотрите. Все из стекла. Здесь вот все. Тарелки, посуда. Здесь вот кружку уценили. Я вот такие вот по 90 видела. Сейчас 69 рублей стоит. Такая хорошая кружечка. Внутри синяя, вот такая морская тема. Форма мне нравится. 88 рублей вот такая. Вот 88. 99. 99 кружечки. 99 такая. Я смотрю, которая подешевле. Вот такой с мячиком 88. Вот это 88. 99. Вот это 69. Вот 85 рублей маленькая. Вот такая 88. 88, 99. 95 такая. Вот такая 99 нежненькая. Ну, я показываю то, что подешевле действительно. Вот 99 такая вот кружка. 88. 95. 5. Вот 99. 99 и 88. В общем-то все. Вот еще 88. Вот эти по 95. Я то, что меньше 100 рублей, смотрю. Остальные я просто уже не обращаю внимания. 88, 99. Вот 88. Вот кружки, акция 99 рублей. Кружка здоровенная. 530 миллилитров. Тоже, видите, морская тема. Хорошие кружечки. Салфетница вот есть, вот из пластика, смотрите. Вот обычная пластиковая. 63 рубля стоит для сервировки. А если вообще 22 рубля вот такой. Ой, Ваня. Ваня, подними, пожалуйста. Она не сломалась. Она вставляется. Да-да-да. Упала, извините. Она вставляется вот одна в другую. Улетела. Бывает. Благо, что пластик, а не стекло. Такая это что у нас? Фильтр-сетка. О! Для раковины ванной. 38 рублей стоит. Подставка для чего? 52 рубля. Подставка для моющих средств. Ну-ка, это как она?
А, для мыла, а это получается для бутылки моющая, да? Вот такая вот на кухню. Вот так ставить? Угу. На кухню, да, в уголок поставите, чтобы стояло аккуратно. И вот такая вот есть, 150 рублей стоит подставка для моющих. Здесь всегда вот такие воронки есть, банки. 29 рублей 50 копеек всегда есть. В других магазинах, я помню, искала, мне надо было вот 3-литровую банку как раз вставлять. И можно что-то густое варенье перекладывать, еще что-нибудь, чтобы не пролить. Хорошая штука. 29 рублей 50 копеек цена. Вот воронки простые, обыкновенные. Вот они. 20 рублей стоят. И вот такая вот есть стерилизатор одноместный. Баночку ставить на кастрюльку, одеваешь, водичку наливаешь. 39 рублей стоит. Можно стерилизовать баночки. Крышки вот есть. Всякие пластиковые. Вот есть упаковками, есть штучно. Штучно 6 рублей. 7 рублей вот такая вот крышка. Просто сливать. Одеваешь и сливаешь какой-то там, ну не знаю, рассол или еще что-нибудь, чтобы ничто не выпало, не упало. Вот такая вот, смотрите, сразу крышка. 33 рубля стоит хозяюшка. Она пластиковая. Кстати, надо такую себе купить. Давай мы возьмем. На, положи. И вот здесь есть машинки. Вот они. 233 закаточные. И вот такие вот есть закаточные. Вот так, как автоматом. 399 рублей. Здесь вот кружка мерная. 1 литр. Вот такая пластиковая. 69 рублей. А есть вот пол-литра. 47 рублей кружечки. Вот такие есть. 82 рубля мерная кружка. И сито 110 большое. Салатники вот эти вот 119 рублей. Ну, это дорого. Вот такие кружечки есть походные. Пластиковые 52 рубля. Всякие вот ложки, вилки одноразовые есть прям в упаковках, если что кому. Здесь очень много, смотрите, прям целый стенд большой одноразовой посуды. А это уже стенд вообще здесь недорогой посуды. Тут можно уже для дома брать, для повседневки. Вот тарелки 90 рублей, 60, 57, 77 вот такие. А это у нас 71 рубль тарелочка. 74 рубля, вот смотрите, под второе. Смотрите, какая хорошенькая. Вот суповая, 86 глубокая. 99, как пиала. 60 рублей, 75, вот такая вот. 69, 77. Вот неплохая, 99, смотрите. Просто белая вот посуда. Тут 80, 60, 50 рублей, 60, 59. Вот 59 обычной тарелочки, 72 рубля. Ну, в общем, это недорогая посуда. Вот это в начале как раз ряда. Здесь вот кружки тоже есть. 88 рублей, вот я смотрю. Вот красивые кружки, 144 рубля. 150 рублей кружки со знаками зодиака. Дорогие. Вот такие 122 рубля кружечки. Вот тарелочка 89 рублей, смотрю. 92. В общем, можно здесь выбрать недорогие тарелки.